сообщает ТАСС о заявлении представителя Госдепа о поддержке в Шайде по Украине учреждения спецтрибунала на фантасмагорический характер. Идей подобных, хотя указано уже не раз. Потому использую я это сообщение просто поводом с напоминанием всем пословице: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Клип новый записать для моего YouTube-канала. Фантасмагорических автором людей, идей любых. Она бьет не в бровь, а в глаз. Ладно, специально больше показывать не буду. Поверьте на слово, снежок продолжает идти. Да. Спасибо Сергею Лаврову за идейку с этим словечком фантасмагорические. Спасибо.